Я только что запекла два баклажанчика, сильно-сильно запекла в духовке. Сейчас вот эту вот штуку сниму и выложу их вот сюда, в эту штучку. И... Просто зовет меня, что там случилось, Прибежала и прямо и плачет и говорит, пошли со мной. Что там? Ты брехуха такая. Я не собираюсь за твоими белками бегать. Ну и что? Вот она меня зовет, иди помоги мне с белками. И что мне делать, скажи, пожалуйста? Вот и что, и что? И что? Прямо она плачет, пошли со мной. Вау, 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 вау. Ну и что? И где она? И где она? Ну? Ну, где она? Опять Дуглас мои растения повыкапывала. Вот жопа. Никель, это ты повыкапывала? Ну и что дальше? Скажи мне, что дальше? Где, кто, где? Покажи, скорей. У нас часто бывают змеи здесь, и она прямо тоже прибегает и прямо кричит, и змея, прямо как будто говорит змея. Все, я пошла, Ники, мне некогда, я готовлю. Мне вообще с тобой некогда заниматься. Вот она бежит, и помоги же мне с этими белками, которые же меня достали, они же ее дразнят. Дурехочка. Дурилка ты моя. Итак, это чистый экспромт. Сейчас я посолю, поперчу. Вот я порезала все это. Порезала, сложила в большую миску. И буду просто экспериментировать. Так как у меня сегодня нет перца и помидор, а запеченный синенький очень вкусный сам по себе, я сейчас попробую его в разных вариациях. Итоги. Думала, все это порезано. Смешала вот с таким соусом. Ничего даже не кипятила, ничего. И очень вкуснящая штука получилась. Просто с удовольствием. Сейчас я все сяду, вот это и съем. Тут только печеные баклажаны и вот эта паста. Вот эта томатная паста. Все. Очень вкусно.